Всем привет, друзья! Вы попали на канал Бананчик. Меня зовут Владимир, и я продолжаю играть в Brawl Stars. Да, я играю за Squeak. Вы посмотрите, 11 ранг, 3 сила. Он маленький ранги, да, но он бомбический. Он мне очень сильно понравился, и теперь я его, конечно же, улучшаю. Давайте в магазинчик. Также у меня есть 4 сундука вместе с вами. Мы откроем пружиномет. А что такое? Ну-ка. А вкусняшку почитать можно. Гейл устанавливает пружину, которая... А, ну это я знаю. Я читал, видел, я играл уже с этим. Да, по-моему, вы тоже у меня смотрели, видели, что я играл с этой пружиной. Не помню, в каком видео, конечно, это было. Давайте этому тоже вкусняшку купим. Пускай у него будет она. Ничего больше такого интересного я не вижу. Пошлите, откроем. У нас 4 сундука. Я немножко тут поиграл, пофармился, конечно же. Сезон у нас уже заканчивается практически. Эль Примо. Кольт. Что еще есть? Ну и Шелли. Да, ничего такого интересного не дают. Давайте еще. Может быть, все-таки мы выбьем здесь персонажа, ну... Ой, персонажа, бойца. Фрэнк. Да ладно, Фрэнк. Да, Фрэнк у меня увеличивается. Фрэнк тоже бомбический такой боец у меня. Второй ящик у нас, что там дает? Ну-ка, 66 монет. Бо плюс 8. Это круто. Сейчас Бо получит у меня ачивочку. Эль Примо. Ну да, ящики такие так себе. Не скажу, что бомбические. Давали бы лучше здесь самый мега ящик. Было бы вообще бомба, наверное. Так, это не то. Фрэнк плюс 12. Вау! Новый боец. Это с дубинка, ёпти, марапти, эпический, 5 из 7. Новый боец, Биби, отбивающий. Ну, не, ничего себе. Я видел, как он, конечно же, стреляет. Мы сегодня с вами за него тоже поиграем, посмотрим, что это за боец. Но он, как всегда, будет в конце, вот он здесь. I'm a cool cat. Я надеюсь, правильно, конечно, это сказал. I'm a cool cat. Да я не знаю, короче, английского я с английским не бум-бум. Так что, друзья, сами думайте, что он говорит. Поехали тогда за Squeak. Насчет карты, я забыл карту сказать, конечно. Трое на трое, друзья. Давай, пошли на кнопочку, пойдем. Пойдем на кнопочку, вся толпа на кнопочке. О, тебе жопа маленький. Ой, или мне жопа, я не знаю. Круто, круто. Мы, короче, по-моему, уже завладели одной частью. Хопа. Хопа. Товарищ, тебе жопа здесь. Да куда я стреляю? Вы видели, куда я стреляю? А как ты прошел? А туда можно пройти? Нафиг, я лучше пройду. Давайте я лучше пройду, потому что у меня так не получится никак опять. Ой-ой-ой-ой, там боец-то, смотрите какой. Вот так вот, я тебя облепил. Давай, вставай. Я понял, как эти круги работают. Короче, когда мы встаем вдвоем на одну, один наш на одну, а второй вот этот. Вот так вот, я его облепил, давайте махайте его. Немножко, конечно же, я цепляю его. Смотрите, у меня есть бомбочка. Теперь я могу бомбочку кинуть. Вот так вот, кидаем бомбочку туда, хопа. И взрываем, давай. Ой. Все, бой окончен. Ну да, я не понял толком. Я так понял, что если мы два круга занимаем, у нас шкала поднимается вверх. Крутая. Крутая игра. Мне понравился нам. Ничего мы тут не получаем, конечно же. Есть задание. Это горячая зона. Горячая зона. Массированный удар в горячей зоне. Все-таки бывает. Давайте еще один ящик откроем. 5-й, давайте. Ну, давай, что-нибудь интересное дайте мне хотя бы на Squeak. Нет, не дают мне на Squeak ничего интересного, конечно. Так, подождите, я что-то хотел улучшить. На Пока есть задание? Сейчас посмотрим, что там у нас за задание на Пока. Где там? Вот он. Привет, маленький. Так, давай вот так вот. И, наверное, больше я не могу пока тратить, потому что я жду на ПМ, когда получу вот эти значки, звездная сила. Вот я хочу ее проверить на звездных силах, конечно, поиграть.
Поехали за нашего Сквейка. Горячая зона, дубль 2. Какая же муторная все-таки загрузка. Очень долго. Все готовы? Да, поехали, гранатометчик, с тобой тогда сюда. Ты кидай, потому что я не докину. О! Все, нормально, иди забирай, иди. И вот так вот у нас получается нормульник, вы посмотрите. Все тип-топ, нормально. Давай, бомби ее, вот эту бомбить надо. Сейчас она подойдет и меня будет бомбить, нет! Ё-моё, как у меня долго перезаряжалась, конечно же. Давайте, валите вы ее, эту козявку. Егор, Егор за розочку играет, молодец, супер. Супер-тупер-глупер-трубер. Давай, маленький, давай, есть. Лови. Да, мы победили. Очень легкая, конечно же, карта. Очень легкая, друзья, правда. Уже 12-й ранг я поднимаю. О, какой у меня бомбический. Правда, язык у него торчит, конечно. Ну, давай еще разок снова сыграем. Конечно, я готов. Я хоть не буду по 5 раз менять карту. Давай, поехали, друзья, за орехами. Понял, про 22. Меня раскидали, конечно же, моментально. А, так они втроем туда приплыли, понял. Ну, давайте сейчас это все раскидаем по-пырому, по-другому. На, лови. Хопа. Ой. Мне тут не выжить. А нет, выживу. Да, выживу, конечно, на 5 секунд. Ребятки, мне не получилось их убить. Я тут один, а вас-то там двое. Ой, друзья, извиняюсь, у меня горло пропадает, конечно же. Давайте вот так вот сейчас сделаем. Хопа, лови оплевуху. Вот так вот, на. Лови. Давай. Во-во-во-во. О, давай. Он улетел. Правда, сюда летит второй. Да ё-моё, ребята, где вы? Ребята, давай. Ой. Я как-то потихоньку, конечно же, справлялся, но не на изи. Давай, маленький. Давайте. 89. Я лечу. Посмотрите, какой паразит, а. На, держи плевуху. Ой, а мы победили. А мы-то все-таки победили. Я не знаю, по-моему, когда на одном кольце стоишь, или когда на двоих кольцах стоишь. Давайте победу давайте нам. Окей, никто не согласился, конечно же, я тоже откажусь от этого. Плюс сотня. Круто, тары-та-та-там. Сквик у меня бомбический боец. Я хочу его до 20 уровня, может даже и выше поднять. Поехали, друзья, за орехами. Поехали, вся компания. Голубые поверли направо, все остальные налево. Поехали сюда, сейчас будем заряжать молнию. Да, это не зависит от того. Смотрите, это не зависит от того. Я зарядил обоих. Вы посмотрите, какие паразиты, нифига себе. Вы посмотрите, как они сделали, они просто вынесли. Ну да, они играют втроем. На, лови, паразиты, на. Опа. Что, спрятался? На. Ну да, пускай я буду замороженный, но мы победим. Ловите оплевушку там, паразиты. Не. Ребята, держитесь. Мне, конечно, хандык пришел. Давайте потихонечку там стойте. Я сейчас прибегу, конечно. Еще немножко осталось. Там. Давай. Беги, маленький мой, беги. Опа. Лови оплевуху. На. Все, ты труп. Ой. Да на, ты лови. Где?
Так, солнышко, стоим. Посмотрите, он идет к нам, да, он идет. Но есть одна проблема, то, что мы победили. Это не зависит от того, как мы стоим. Хоть мы стоим на одном, ой, точнее, если мы стоим двое на... Господи, как бы это сказать-то? Если мой товарищ стоит на одном, а я на другом, это не зависит от этого. Это зависит, пока мы стоим вообще на них. Надеюсь, вы меня поняли, потому что я что-то тут наговорил, сам ни хера не понял. Бомбические, да. Это крутой боец. Мне очень нравится. Правда нравится. Давайте еще пару раз и пойдем за нового бойца поиграем. Я не знаю, что я там баламакаю, но это очень интересно звучит. Вот сюда мы сейчас идем. Ой, вот это сейчас будет, наверное, проблемка. Вы посмотрите, кто у нас здесь есть. Ой, куда я кинул-то? О, на! На, лови! Ты ко мне идешь? На, лови! Ой, как он меня быстро расшатал. Ну да, у него, конечно же, было усиление, наверное, скорее всего. Вот он меня ушатал. Смотрите, у них побольше и больше становится. Ну, не беда. Не беда, не беда, не беда. Сейчас мы тебя накажем. На, лови. Опа, 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 па. Не попал ты по мне. Вот, на, на, на. Все, минус. Минус, минус один есть. Ой, 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 ой. Конечно, нельзя никак подойти поближе. Вот так вот, если сделать. Чуть по мне не попало. Давайте вот этого мы будем убивать. Во, на, лови. Все, минус один есть. Бах, сейчас второго накажем. Наказали. Супер. На, 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 на. Смотрите, 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 что делает-то. Ой, ну да, конечно, стрелять с одной пуколки или намечаться по этой, это не очень удобно. Солнышко, беги, 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 беги. Вот так вот надо делать. Мне надо подальше, конечно же, держаться, потому что мне неудобно это делать. Ну да, мы проиграли в этот раз. Ну ничего страшного, мы не киснем. Мы будем продолжать еще, еще, еще. А, давайте это я пропущу немножко побыстрее. А, не знаю, как это получилось, я сразу на кнопочку нажал. Вот это да, круто. Все, команда, ух, поработали до двух. Нет, я пойду вот в эту сторону. Давайте вы там махайте плечиками, а я пойду здесь и сейчас стану на круг и буду стоять. Ага, смотрите, они уже идут. Ах ты паразит, ах ты паразит. Да, меня убили, уже моментально убили. Что-то команда, знаете, какая-то очень сильная попалась. Ну, очень сильная. Не будем, конечно, ныть. Будем потихонечку валить их вот так вот. Опа, молодец. Круто, лови оплеуху, паразитка. Нормалек. Горбунок, все сейчас всех мы тут завалим, мы завалим вас. Вай-вай-вай, он усилитель покупает, ставит, да. Поможет тебе усилитель, лови. Жалко, конечно, я не могу на расстоянии, знаете, как... Опа, 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 пам, 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 парам, пам, 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 парам, пам. Ах ты паразит, он пришел меня убить. Ну, убил, и что дальше? Зато ты тоже крякнул. Давайте вот так вот делаем тогда. Хопа. Жалко, знаете что? А, она прилипает, на всех прилипает. Смотрите, на всех сразу прилипает. На, лови еще одну колобаху. Хопа, 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 хопа. Она прямо по этой ударности бегает. Вай. А вы как так друг друга убили-то? Маленький, ты еще тут бегаешь, да? Давай я тоже побегаю здесь, да? Вдвоем будет быстрее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то, ну, тяжеловато, тяжеловато, правда, очень тяжеловато это удается, потому что у нас один боец нифига не хочет выигрывать, потому что он, ну, что-то, ну, блин, тупит, что ли. Вот, что ты не стоишь в круге? А он в кругу стоит? Ва, я не знал, я думал, ты не в кругу. Вот, на тебе, облепил, неплохо, 2000 хп я у него за один раз снял. Маленький, беги-беги-беги, солнышко, нам осталось совсем чуть-чуть. Давайте, нам нужно завладеть все-таки этим всем. Куда я поставил? Не понял даже. Да-д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 а. Все, победа. А нет, один круг, чуть-чуть осталось, чуть-чуть осталось. Команда захватила горячую зону. Есть одна, а так подождите. Все, победа, да. Нормально, супер, круто. Супер.
Звездный игрок, вот это да, все-таки мы победили и в этот раз. Друзья, конечно же, это второй раз был, пойдемте сейчас... Пойдемте сейчас попробуем за нового бойца немного поиграть. И мы, наверное, не в это будем играть, не на горячей зоне, а просто захват кристаллов. Потому что он у нас новенький, я не хотел бы его... Я прослушал, что он прогавкал сейчас, конечно же. Но, надеюсь, в будущем мы услышим его на первые слова. Ну, или вторые, третий, четвертый. Вот так вот. Что я наговорил, я не понял. Вообще не понял ничего. Ой, а тут паровозик будет. Опа, минус 1300. Нифига себе. Опа. Нормально, только теперь мне на хп восстановить немножко. Неплохо, я двоих вынес. Вот эта фиолетовая штука, это что такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, паровозик. Мне вот не нравится вот эта карта, так как эта карта очень сильно бесит. Правда, очень сильно бесит. Ой, я пузырек выпустил, только не знаю, в каком направлении. Да, знаю, знаю, маленький, знаю. Не-не-не-не-не-не-не-не. Давай, давай, лупи его, лупи, лупи. Опа. Вот так вот, ловите пузырек. Не знаю, может быть, кто-то там поймает все-таки этот пузырь. Не... А что, интересно, вообще делает этот пузырь? Ну-ка. О, минус, нормально. Короче, этим дубинчатым можно лупить. Правда, можно лупить. Но есть одна проблема, то что, ну как бы, ну не понятно. О, задавило его. Мы победили, друзья. Это первый бой, но мы победили. Да ладно, звездный боец, звездный игрок, точнее. Я получил звездного игрока. Никогда такого не было, а тут я получил вкусняшку. Круто. Давайте сыграем еще раз. Ну правда, я сейчас зря это сделал, потому что Фрэнк. Ну давай, Фрэнк, нажимай уже, да, нет. Очень уколебывает это, блин, задержка, конечно же. По-быстрому, 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 и все. Зато больше игр мы запишем. Да, я готов, давай, давай, иди сюда, иди, иди, иди. Вот так вот, на, на. Ареведерчик. Ой-о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 й
я убежал. А вы меня не поймали, я убежал. Ой, маленький. Блин, у нас минус. А нет, подождите, не минус, нифига. Опа, опа, опа. Да, теперь минус. О, подождите, а что, жвачка не залетела? У меня просто не вовремя жвачка появилась, и она у меня быстренько так отлетает. Опа, давай, 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 давай. Вот так вот. Спасибо, что ты нам заборку сломал. Спасибо на этом большое вообще. Спасибо, сок. Не знаю, что сказал, конечно же. Забирайте эти. Хопа, 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 хопа. Давай, медведя. А чё, не понимаю, чё пузырь-то делает вообще? Чё-то я толком вообще не въезжаю, чё пузырь делает, правда? Круто, короче, мы опять победили. Давай, 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 вали её. Вот так вот, бой закончен. Я не знаю, может быть, я взял топчик. Хотя нет, нифига. Взял на этот раз пингвин. Второй ранг, бомбический. А ты уверен? Ну, давай попробуем, конечно. А, я понял, они ждали, когда все нажмут. А, хитро, я, конечно же, так же делаю. Потому что не факт, что согласятся, потом эти 10 секунд, они очень долго длятся. Да, я готов, побежали. В бой, в атаку. Берите этот алмазик, я пошел в бой. Ой. Опа, я еле добежал, они с двух сторон меня захавали. Это, конечно же, плохо, но у меня есть пузырек. Я все-таки хочу посмотреть, что делает вообще этот пузырь. Вот так вот, давайте вот так вот сейчас сделаем. Опа! Ох, нифига себе! Он снимает эти, жизни снимает. Круто! Вот смотрите, они бьют на расстоянии, видите? Они бьют на расстоянии. Да-да-да-да-да, маленький, ты молодец. Ты хорошо это делаешь.
Но есть одна беда, я не хочу с этими алмазами бегать. Потому что когда бегаешь с алмазами, ну нифига не получается. Я хочу бомбить. Беги, солнышко. О, молодец, убежал. Молодец, ты убежал. Пэм, иди сюда, корявая. Вот что мне не нравится, то, что они издалека бьют. А смотрите, я быстро перемещаюсь справа налево. Никак до этого, что я медленно перемещался. А очень быстро я перемещаюсь. Очень. Опа, у нас уже 5 алмазиков. Давай. Я не могу туда сходить и забрать, конечно же, эти алмазики, потому что я на... Я очень быстро-то ушел. Ой, меня сейчас убьют. Нет, маленькие, валите их, там очень много алмазов. Ну, теперь я могу идти в бой, потому что у меня нет алмазов. Теперь мне пофиг. Давай. Вот когда эта льдышка пропадет, а? Да пошел ты. Ну да, конечно, они все на расстоянии бьют, а у меня чувак бьет на первом месте. И мы проиграли, друзья. Я уже, наверное, не хочу больше за него играть, потому что, ну правда, это ближний бой. Это неинтересно, когда тебя стреляют издалека, а ты... Не-не, спасибо. Спасибо, друзья, больше не хочу. Я обрафанился и больше не хочу за него играть. Все. Давайте за топовых. Это вот этот у меня самый топовый. Я возвращаюсь обратно. За того бойца я, друзья, попробовал. И больше я не хочу. Он не очень мне понравился. Давайте сыграем столкновение. Вот я о чем сейчас хотел бы с вами поиграть. Потому что за столкновение я играл, по-моему, за... Не помню, за какого бойца. Он мне очень сильно понравился. Я сразу начал фармиться. Ух ты, как ящиков-то. Ну да, там середина. На середине очень много ящиков. Побежали тогда, наверное, сразу на серединку. Вот так. Опа. Опа. Ну, давай, ломай уже его. Ну, получаем плюсик. Опа. И сколько? 1200. Да, вот, вы посмотрите, как он делает. Ё-моё. Сейчас я заберу это. Паразит, ты офигел? Ты меня бомбил, а я тебя буду плюсик брать? Вот так вот, минус один, я одного убил уже, это хорошо, но что-то у меня с ним очень трудное движение какое-то. Ну, очень трудное движение. Да, ты бьешь на расстоянии, ты молодец. Но достать меня будет трудно. Ах ты, паразит-то, а, вы посмотрите, что он делает. Хопа, да, давай. Во, я еще один взял, это нормально, это круто. Вот этого бы чувака бы убить, было бы бомба вообще. Это что за круги тут? А, это хилочка. Это хорошо. Да, это нормально. Это супер. Хилочку надо брать. Хилка пригодится всегда. Так, бомбим вот этого чувака. Опа, вот так вот делаем. Валите вы его нафиг, этого пиндурна надо дать вам. Все, тебе жопа. О, чуть я не отъехал. Не-не-не-не-не-не-не, солнышко, не получится. На, лови оплевуху. Паразит, вы посмотрите, он стреляет издалека. Ай, все, я просто умер, да ну нафиг. А я третье место занял. Че мне плакать-то, я третье место занял, не беда. Видите, они стреляют все на расстоянии, они стреляют через камни. Конечно же, это минус мне будет. Ну, давайте посмотрим, кто сейчас победит. Скорее всего, победит вот этот, которого 12. Ну да, я так и говорил. Но третье место, это еще не проигрыш. Четвертое место проигрыш. О, вот так вот. Плюс я, короче, получаю, немножко повторяюсь. Давайте сыграем еще повторно один бой. Вы посмотрите, как много сундуков на середине. Вот этот сундук я сразу бомблю. Это плюс. Давай еще один разок. И еще один разок. И это вкусняшка моя. Ва, это вкусняшечка моя. Я заберу тебя. Привет, друг. О, ты на расстоянии бомбишь. Нифига ты молодец. Молодец. Давайте вот этот я заберу тогда сундук себе. Опа.
Сейчас, наверное, скорее всего, теперь я смогу с трех выстрелов убивать этот сундук. Вот там стоит сундук, я смотрю. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, спасибо. На, лови плевуху. Не знаю, попал, не попал, но у меня 3 есть. А, я вообще-то в кустах могу спрятаться и до второго... Так, вот так вот. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Я не попал, да ладно. Столкновение. И кто там? Ракетник? На, держи. А, я не попал. Я не попал. А как я не могу попасть в эту дверь-то? Ой, да ты вообще ни разу не попал. Молодец. Вот так вот, лови. Я зря бегу по... Я бежал по прямой. Ну ладно, второе место тоже хорошо. Бинго, уже 13 ранг. Но ранги — это одно, а сила — это совсем другое. Мне бы силу поднять бы на нем. Было бы, наверное, вообще круто. О, друзья, по-моему, я заработал нового бойца. Разблокирован новый боец. Сейчас я хочу вот этот сундук добить. Мне добить осталось совсем немножко. Давайте еще один бой, наверное, сыграем. Скорее всего, получим сундук и получим заодно этого бойца. Сейчас самое главное... Блин, там вот этот товарищ с этой ракетницей, это пипец. Ой, да ладно. Маленькая, давай-ка отсюда. Это мой ящик. Я тебе говорю, отвали. Так, ты со мной драться хочешь? На, лови. Да ладно, не-не-не-не-не. Ну как так-то? Да вы чё? Я, наверное, зря к ней подошел близко. Ну, идите вы нахер, все, аривидерчи. Не буду больше играть, все, уколебался. Давайте без сундука тогда. Во, вот этот боец крутой. Это, вот, блин, он только что меня мучил, но так и не добил. Новый боец. Тик. Угу, тик. А, вот про какого тика вы мне говорили. Теперь я хоть понял. Тик. Метатель. Награда пути к славе. 8 из 11 бойцов. А интересно, в смысле награда пути? Это что, я потом еще какую-то награду получу после вот этих сборочных? Интересно. Взрывной характер. И неумная энергия. Неумная энергия в металлической оболочке. Тик бросает мины. А с помощью супера и свою голову. А с помощью супера и свою голову, которая ищет ближайшего... Ой, взрывает ее. Ой, это крутой боец. Давайте я еще из-за него поиграю. Это, надеюсь, для вас будет интересная информация, надеюсь. У нас сегодня 2 бойца новеньких и плюс вот такой вот боекомплект. Давайте сначала просто за кристаллы, а потом сходим, посоревнуемся с другими бойцами. И что я могу делать, ну-ка? А, я... О, нифига себе! Круто! Слушайте, это да, это заколебись. Это теперь я могу на расстоянии просто кидать вот такие взрывчаточки. Вот так вот, хопа. И они будут взрывать их. Смотрите. Смотрите, как я на расстоянии это все делаю. Фу! Так это лафа, с этим бойцом вообще лафа будет. Смотрите, я просто на расстоянии стою и взрываю их. Вот тут, конечно, проблемка будет сейчас. На, лови. Минус. Уже взорвал одно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, беги. Беги, солнышко. В смысле? Заколебись, короче. Знаете что? А вот этот наш паровозик, он мне мешает. Правда, он мне помешал очень сильно... Не знаю. О, да, я убил. Смотрите, я на расстоянии просто убиваю их на изи. Правда. Просто на расстоянии. Это крутой, короче, боец. Я не знаю, почему он, правда... Опа. Видали? Просто на расстоянии я взорвал его. На, лови. Эй, голова, 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 голова. Да, голова все-таки побежала дальше. Это топовый боец. Вообще, я не знаю, почему он... В таких бойцах, ну, в обычных, но он классный. Я, блин, я даже слов не могу подобрать, какой он крутой боец. Вау, смотрите, а у меня алмазик-то теперь уже алмазный. 4000 все-таки.
Ух ты. О, мегаящик теперь будем получать. На 6000 фиолетовой. Ладно, не будем загадывать, конечно же, до этого еще далековато. Давайте еще бой сыграем. Если так посмотреть, то здесь все бойцы крутые. Каждому боец по-разному нравится. Мне нравится, когда боец на расстоянии стреляет. Вот тогда мне нравится, правда. На расстоянии бойцы крутые. Когда боец... О, Сквик! С нами Сквик! Красно. Классно. Все, голова поехала. На, лови оплевуху. Как раз я тебе еще взорву до кучи. Давайте вот так вот. Хопа, хопа. Нормально. Сквик там заряжает, я бомбы ставлю. Конечно же, мы их будем бомбить. Посмотрите, как мы их взрываем. Голова поехала. Нет, ты не убежишь от моей головы. Далеко от нее не убежать. Сквик, беги! Беги, сквичонок! Опа! Голову! Все, поехала голова! Бах! Минус! Минус! Да, супер! Минус! Плюс! Зажигание! Вы посмотрите, что происходит! Мы на расстоянии их убиваем! Просто на расстоянии мы их бомбим! Один ставит, второй подрывает! Третий там... Успели от этих штук увернуться, конечно. Хопа, хопа, хопа. Все, минус. Там просто все заряжено. Еще плюс сейчас голова поедет. Вообще супер. Вай, он, конечно же, убежал. Надеюсь, он убежал. Буду надеяться, что он убежал. На, лови, лови. Голова. А подожди, голова... И дери 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 дянь 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 дянь. Все, победа. У меня 8 алмазиков. Я не буду далеко теперь уходить. Я буду подальше от всех держаться, чтобы не проиграть. Давайте взрывайте его. У нас очень много теперь алмазиков. Давайте вот так вот. Хопа, хопа. Все, победа. На изи. Одни только взрывы здесь были. Да, и я звездного игрока получил. Давайте еще один разок сыграем. Сквик, я заметил, когда я играю, никогда нету в команде Сквика. Да, давай, Сквик, я еще раз хочу с тобой сыграть, потому что ты бомбический. Мы стреляем с тобой наравне, только я могу через стенку перекинуть, а ты нет. Но у тебя клейкие бомбы, не как у меня. Но, правда, у меня из одной бомбы я могу выстрелить три разных бомбы кинуть, точнее. Вы посмотрите, что происходит. Это пипец какой-то. Там одни взрывы идут. Круто. Что? Ой, Бул, ты зря, конечно, сейчас сюда пришел. Это вообще, это минус для тебя, потому что здесь тебе не соревноваться с нами. Мне надо, конечно, перезапускаться. О, вы посмотрите, что происходит. Мы просто на изи его убиваем. Вот, на, лови. Ой-ой-ой-ой. Блин, вот как так получилось-то? Почему? Почему я стреляю в другую сторону? На, лови оплевуху, паразит. На, ловите там. Защита нашим, защита нашим. У меня башка, правда, убежала. Ну ладно, неважно. Хопа, 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 па. Та-та-та-та-та-та. Бул, не убежишь, ты труп теперь. Ну посмотрите, что происходит. Это пипец какой-то. Я вообще половину ничего не понимаю. Я сдох неловко, потому что... Ну этот поезд, правда, друзья, эта карта мне вообще не нравится. Хопа, голова пошла, пошла, голова пошла, пошла, маленькая головушка пошла, пошла. Никто не убежит теперь, все, аривидерчи. Теперь мы бомбим всех. Да, смотрите, этот боец тоже тупит, очень сильно тупит. Осторожней, ребята, осторожней. Вай, что там происходит вообще, я половину не понимаю. На, лови, лови. Вы посмотрите, как это все круто происходит. Я, конечно же, не вижу, где победа. Где победа? Вон там победа. Мы победили. Супер енот Кабя. Не знаю, почему Кабя. Может быть, там буковка у нее неправильно была написана. Наверное, супер боец Катя. Да, давай еще боец. Еще вот супер с нами тоже розочка будет. Давай, поехали. Как ее супер... А, Кабя, Кабя. А я... Ну, неважно, короче, что там сказал. Поехали! Взрывы, 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 взрывы. Ой, 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 ой. Что там происходит? Я половину вообще не вижу. Ой,
Маленький, тебя убили, ты видел? Не переживай, я тебя, за тебя отомщу. Я кого-то уже взорвал. Ага, ага. У нас Хабя-то неплохо там бомбит. Сейчас голова пойдет. Пошла голова. Давай, маленькая, опа. И это дозреваем сейчас, круто. Ах ты паразит, вы посмотрите, он как идет там на нас. Паразит какой. А? Лови. Маленький, осторожней. Конечно же, я буду мочить ее. Голова в бой. Ой. Кабя, собери. Ой, маленький, да, молодец. Квик собрал все то, что я потерял. Этот паровоз очень сильно напрягает. Посмотрите, как он сильно напрягает. Не переживай, никто не подойдет к тебе. Мы всех будем бомбить. Всех налево и направо будем бомбить. Пошла нога, пошла. Голова в бой. Круто, когда у меня голова сама по себе бегает. Ой. Фу. Я просто еле-еле успел. Да, победа. И в конце я еще плюс 2 гранатки кину. Опять Кабя у нас на первом месте. Ну и ничего страшного, на это тоже плюсик. 4. Четвертый ранг, друзья. Давай, я готов еще один бой. Ай, с нами не пошла розочка. Жалко. Кабя, пока. Спасибо за бой. Не знаю, что я там говорю, конечно. Вау. Пошла война. Смотрите, я только вот так вот ставлю. Вот это бомбический. У меня бомба за бомбой сразу же выходит. Бай. Забирайте тогда вот эти все вкуснявки. Давай, забирай маленький. Обратно шуруй. Шуруй обратно сразу же. А куда я кидаю? Что за беда, блин? Что у меня с джойстиком? Маленький, осторожней. Осторожней, хороший, осторожней. Вот так вот, опа. Голова в бой, пошла нога. Не, вы нас не победите. Опа, голова в бой. А, я не успел голову отправить в бой. У нас 5 алмазиков пока что есть. Но они, смотрите, они растут. Давайте я закину сразу голову, потому что голова пускай в первую же очередь идет. Нет, ты не убежишь. Не в этот раз. Вот так вот, опа. Давай, где там у меня гранаты-то? Маленький, надо помощь. Нужна помощь. Нет! Нет, чувак, нет. Нет, все, это край. Ё-моё, да ладно. Как ты так проворонил все... Тихо, стой. Хуик, ты чё, дурак? Чё, не видишь, что ли, куда бежишь? Ну это все, это край, это мы проиграли, конечно же, потому что я не могу бомбить их всех. Я бомблю и так, как-то никак. Фу, запутался лично. Давай, Сквик, собирай все и вали отсюда. Быстро пошел вон. Давай. Только ты не обижайся, конечно, что я так тебя, так это, команду. Тихо! Да ёб твою мать, я голову отправил в никуда. Давай, маленький, давай. Заряды, давай, делаем заряды. Все, бомбически мы победили все-таки. Вай, да ладно, я звездного игрока получил. Круто. Та-та-та-та-та. 5-й ранг я заработал на этом бойце. Никто уже не соглашается, конечно же, друзья. На этом я тоже буду заканчивать. А нет, хотя подождите. Вай, давайте еще один сундук откроем. Может, что-нибудь интересное тоже получим. Би-би. Биа, вот Биа, крутой боец. И Рико. Ну, за Рико я уже давно не играл. Этот Рико стреляет на дальность. Друзья, давайте на этом я буду с вами прощаться. Кому понравилось видео, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал и оставляем свои комментарии. И чтобы не пропускать мои новые видосики, прожмякивайте колокольчик. И на сегодня всем пока-пока.